Моцные и спрытные. Напередодні у областный центр приехали спортсмены, каб позмагаться за Кубок Гомеля по стрит-воркауту. Як проходили престижные споборництвы и какие выпробования чекали атлетов на шляху до перемоги, доведался наш корреспондент Павел Михно. Як говорится, у здоровым теле здоровый дух. Эта приказка вельми докладно передает той настрой, який спортсмены показали на пляцовце. Не суровые умовы на дворе, не складанность выпробованняў не перешкодили атлетам показать свой максимум. Street Workout 2019 – серьезный турнир, який собрал с многих кутков Беларуси наимоцнейших спортсменов-воркаутеров. По словам организаторов, настолько масштабных споборництв по этому виде спорта у Гомеля уже не бачили несколько годов. Спортивная пляцовка средняя школа номер 45 стала местом напруженной борьбы для больше как 40 спортсменов с Гомеля, Мазыра, Витебска, Могилева, Бобруйска и Минска. Это движение развивается уже много лет, но на сегодняшний момент мы пытаемся его развить в более популярную сторону, что ли, как сказать, популяризовать это движение, потому что был момент, несколько лет назад был пик, потом оно угасло, но с появлением площадки мы стараемся это движение как бы, да, вытянуть и поднять его еще больше. Я надеюсь, что будут появляться такие площадки и будет развиваться этот вид спорта как один из самых доступных, самых простых и самых интересных. Организаторы добро поклопотились об насыщенности программы споборництва, якая включала у себе 4 этапы. Спочатку атлеты выявили мощнейшего у подтягивания за обтяжарованием. Затем проверили свои силы на брусьях. Майстерство и креативность спотребились на третьем этапе, где спортсмены споборничали у индивидуальном фристайле. Миновито гэтая частка выкликала у глядачоу наибольшее захоплення. У завершении на пляцовку вышли спортсмены молодшего узросту, которые выполнили комплекс с базовых практикований. Ребята все очень сильные, достойные, особенно с Минска, Бобруйска. Это наши конкуренты. Вот. Но они молодцы тоже. Болеем за них и за наших тоже. За ходом усіх этапов назирали профессийные судьи, которые сами не один раз представляли у якости спортсменов нашу краину на международном узровне. Лепшие выники показали спортсмены с Гомеля и столицы. У их скарбонца оказалось по 2 перемоги. Однако шанс взять реванш у інших спортсменов з'явится зусім хутка. Уже у гэтым годе организаторы наметили проведение областного турниру. И то, что он будет моцным, не выкликая сомнений. Павел Михно, Василь Осипцов, Телерадиокомпания «Гомель».